Добрый день, дорогие мои. 24 мая в Москве с Олегом Назаровым, одним из умнейших людей и одним из умнейших ресторанных критиков этой страны, проводим семинар «Жизнь после мечты». Смысл в чем семинара? Вы понимаете, знаете, что Россия сейчас у нас находится в тяжелейшем положении, военная операция, фактически война. Война сегодня России со всем миром. И кажется, страшно это или не страшно? Ну, всегда, знаете, там, многие там коучи всегда говорили, вы знаете, кризис — это новые возможности, это новые возможности. Я вам хочу сказать, настоящие возможности — это война. К сожалению, как бы печально это ни звучало, что если бы не было войны, я думаю, мы до сих пор как обезьяны бы лазили по деревьям. Потому что именно война всегда выносит наверх самых сильных, самых мудрых, самых крепких, я не знаю, ну как бы во всем. Именно самые сложные испытания приходят на человечество именно в момент войны. Именно, наверное, поэтому мы когда-то полетели в космос, именно поэтому были сделаны все мыслимые и немыслимые изобретения, потому что война создает мобилизацию. А что же делать нам сегодня? Как продвигать свой бизнес? У всех падают выручки, у всех происходят какие-то проблемы. Безусловно, ситуация не сахар. Я сегодня, там, управляя гигантским количеством информационных там, ресурсов блокнота, испытываем разные проблемы. Где-то выручки упали на 5% у каких-то проектов, где-то 50%. Вот за моей спиной, допустим, загородный клуб «Поплавок», мой любимый. Здесь у нас выросла выручка от апреля того года на 60%. По марту у нас вообще двойная выручка от выручки того года. Вот об этом и поговорим. Ребята, время сильных, время настоящих. И тот, кто будет на семинаре, тот не пожалеет, и тот сделает свой бизнес успешным. Всем привет, всех жду 24 мая на своем с Олегом семинаре, и мы поговорим, как в это время увеличивать свои выручки, увеличивать свое прохождение на рынке. И уж поверьте мне, что сегодня то, что происходит сегодня в России, это создает ее великое будущее. Потому что именно в момент великих испытаний каждая страна прет вверх. Ну, возьмите, допустим, тот же самый Иран, который не входил и в 50 экономик мира, а за 40 лет самых страшных санкций уже 20-я экономика мира, да? Вот, и так далее. Я совершенно уверен, что мы выпрыгнем мощнейшим экономическим рывком. Ничего другого в России не остается, потому что именно вот злость, обида и все остальное дает каждому государству резко рвануть вперед. А вот где будешь ты? Потому что многие уйдут на свалку истории, потому что время, когда нет войны, это время жополизов, приспособленцев и так далее. А время войны – это всегда время настоящих людей. Вот тех, кто действительно что-то может. И самое главное – не упустить это время. Я сейчас всем своим руководителям и директорам говорю, ребята, это наше время. Если мы его сейчас упустим, история нам этого не простит. Всем привет. Вот об этого 24 мая и поговорим. Всех жду. Ссылочка на семинар в профиле.